и молитву со прицелом. Вельми добр на початку разговор и отношу и политических стварей, причины и о ставу и помощи Русской Федерации о регулировании питания и решавании питания Косово у Совета Безбедности. А Совет Безбедности е единственная институция, где могучи о питании да решить о питании. И по полном смо причали и уплановимо наших односа, развоя экономических привредных односа, имачу састанок, имачему ми сви, кои су дошли, а дошел и торговинский представник, и ми имачему састанок са привреду удавде, са привредницами, и очекуем, да они, наравно, буду имали конкретные понады. Нам остає більше можливості за розвій односу, з обзором до Сербії не сверсталося у, так кажемо, лакологу неприятельських держав, не придружуюся санкціями проти Росії, і, наравно, остає можливість за нормален розвій економічних односів і реалізацію наших планів, у интересу и за добробит наших народа и наших держав.